Здравствуйте, здравствуйте, высказывания разного рода вооруженных сил разных стран, в том числе про Украину. Очень похож на звуки летящих беспилотников. Короче, по поводу альянса. Ну, в альянсе находится также, ну, в понимании самого альянса, там как говорили, находится альянс космического там рода, там уровни секретности. И, короче, пока что им как-то так надо. Но надо раздавить этих всех тувинцев. Вся эта война на Украине длится из-за того, что тут эти вот нерадивые тувинцы, которые даже на войну не поехали, даже их дети отмазываются от срочной военной службы. И даже вот их детей отправляют некоторые те части военные, как у меня там было. Я вот смотрел. Но это тоже вот кастовая система. Обычного парнишку отправляют в любую часть. От таких вот уёбищ, детей этих уёбищ отправляют в какие-то там специальные. И там что-то там говорят, это вот какой-то там вот этот